Всем привет из Ейска. Сегодня у нас 5 мая 2023 года. Местное время 13:20. Я сейчас нахожусь на Приморской набережной. День сегодня чудесный. Температура воздуха плюс 20. Тепло, хорошо. Народ уже купается. Ейск, прием отдыхающих готов. Это наше море. Море сегодня голубенькое, красивенькое. Ну, как всегда, люди начинают купаться на пляже Меляки. Мы сейчас до него дойдем. Там более мелкое море. Неудобный заход для семей с детками. О, как видите, там уже народ купается вовсю. Хотя не так уж много, но купальный сезон открыт. 5 мая 2023 года. Вчера стояла тоже чудесная погода. И сегодня. Немножко пройдемся по набережной. Это наше кафе «Каменка». Практически все готово к приему посетителей. Первый клиент уже у нас есть. И вот еще одна смотровая площадочка. Поближе к морю. Вот наша Приморская набережная красивая. И пройдем обзором по кругу. Погода чудесная, море спокойное. В городе Ейске, как всегда, тихо. Ждем всех в гости. Приезжайте, всем будем рады.